президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин! Дорогие друзья, я от души всех приветствую. Приветствую и поздравляю вас с праздником, с воссоединением Крыма и Севастополя с Россией. Вот ровно 10 лет назад на Красной площади здесь, передвигаясь вот на эту же сцену, вспомнил о том, что Крым часто называют непотопляемым авианосцем. Именно это и навело на мысль сказать о том, что Крым вернулся в родную гавань. Но Крым – это не только стратегически важная территория. Это не только наша история, наши традиции и гордость России. Крым – это прежде всего люди. Севастопольцы, крымчане. Они – наша гордость. Они через десятилетия пронесли веру в Отечество. Они никогда не разделяли себя с Россией. И именно это позволило Крыму вернуться в состав нашей общей семьи. Но что касается Новороссии, что касается Донбасса, люди, проживающие там, тоже тогда, в дни русской весны, заявили о своем желании вернуться в родную семью. Их путь на родину оказался гораздо более тяжелым, трагичным. Но все-таки мы сделали это. И это тоже большое событие в истории нашего государства. Теперь мы развиваемся и идем вместе, чувствуя локоть друг друга. Вот только сегодня утром мне доложили о том, что восстановлена железная дорога от Ростова до Донецка, до Мариуполя и Бердянска. Мы продолжим эту работу, и скоро железнодорожные составы пройдут прямо в Севастополь. И это будет еще одна альтернативная дорога к Крымскому, для Крымского моста. Вот мы вместо Крымского моста. Вот так вот вместе, рука об руку, будем идти дальше. И именно это, не на словах, а на деле, делает нас реально сильнее. И все это происходит благодаря вам. Гражданам России! Россия! 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 Дорогие друзья, только что я встречался с коллегами, которые прошли свой путь в президентской кампании. Они все здесь. Пригласил их, это неожиданно для них, пригласил их прийти к вам на сегодняшнее мероприятие, праздничное мероприятие. У нас разные подходы к достижению общенациональных целей, но у нас одна Родина. Они здесь. Я поздравляю вас с праздником и хочу, чтобы они тоже сказали сегодня несколько слов. Дорогие друзья, вы помните то тревожное время, вся страна переживала, но все верили и надеялись, что Крым вернется домой, вернется в родную гавань. Мы все прекрасно помним, как президент России Владимир Владимирович Путин активно делал все, чтобы то стремление народов Крыма преобладало, и они вернулись домой. Россия, Крым, Родина одна! Россия, Крым, Родина одна! Россия, Крым, Родина одна. С праздником, дорогие друзья, десятилетием. Ура! Добрый вечер, Россия! Добрый вечер, Крым! Добрый вечер, Севастополь! Мы помним те волнующие дни ровно 10 лет назад. С того дня Крым и Севастополь
на политической карте мира навсегда в составе Великой России! Это были непростые дни, но не было другого решения, как вернуться домой. Мы помним счастливые лица и все эти 10 лет, искрящиеся глаза, улыбки тех, кто вернулся домой, тех, кто вернулся в родную гавань, тех, кто вернулся в Великую Россию. И сегодня, отмечая первый юбилей этого исторического дня, который навсегда вписан золотыми буквами в российскую историю, я хочу еще раз поздравить всех мужественных людей, крымчан, севастопольцев с этим юбилеем, за Россию, за наше великое будущее, за президента Великой России! Дорогие друзья, я никогда не забуду свое чувство, то чувство гордости за свою страну и за своего президента вот ровно 10 лет назад. Поздравляю вас с этим праздником! Поздравляю с праздником! Да здравствует Россия! Слався, Отечество!
гордимся Россией. Спасибо.